вернулись с рекламы. Это телеканал «Беларусь-2», программа «2 рубля». Ну и к нам подъехала вот такая девушка, красивая, талантливая. Единственная исполнительница индийских песен на белорусской эстраде. Эта барышня внесена в книгу рекордов Гиннесса. Нет, Валя, Лондона. А за что внесена? За внесенный вклад в развитие культур двух стран – Индии и Белоруссии! Ничего себе! Вот это да! Поздравление! Светлана Агарвал собственной персоной. Светочка, мы очень рады тебя. А я так рада. Видя, ты даже себе представить не можешь. Знаешь, вот все про тебя мы узнали, но единственный вопрос мы не задали тогда в нашей программе. Как интересненько. Светлана Агарвал училась в школе. Я была девочкой примерной, но иногда все равно могла нашкодить. Угу. Но мама у меня очень строгая была, поэтому не разрешала мне на уроках разговаривать, поэтому я тихонечко, я любила модельки такие, знаете, вот резинки на ручку заматываются, да, и вот туда вставляется резинка такая, стирка, и ты ею так... Это так больно! Это так больно! И однажды я попала в преподавательницу математики. И что было? Это был ужас. Маму вызвали в школу. Мне досталось. А ты, подожди, ты специально попала или случайно? Нет, я случайно. А, ну нормально, я думала, специально целилась. Понятно, девочка прилежная, училась хорошо. Светочка, ну а сейчас мы хотим, чтобы ты ответила на вопрос вот еще одной Светланы, но не Агарвал, а от Светланы Боровской. Друзья мои, я бы хотела, как посол доброй воли ЮНЕЙДС по ВИЧ-СПИДу, задать вам вот такой вот вопрос. А заодно показать вам, как смело произносится это слово. Защищает ли презерватив 100% от ВИЧ-инфекции? Вот я в разных городах задавала такие вопросы на акциях наших. И скажу вам, что не все правильно отвечают. Это меня до сих пор огорчает, но я думаю, что вы не ошибетесь. Ну, поскольку я начитана литературой медицинской, помогает. Помогает презерватив обязательно. Ой. Да. Ой, ну давай послушаем правильный ответ. Правильный ответ слушаем. А презерватив защищает от ВИЧ-инфекции 100%. Но, конечно, разумеется, нужно смотреть срок годности, чтобы он был, ну, знаете, как вот купили хорошего производства, с завода, упаковочка, все как положено. Ну, в общем, как, все как в магазине. Будьте здоровы. И что? Ты посмотри, какой вопрос. А, Света! Ты знаешь, что ты сейчас сделала? Ты выиграла 2 рубля! Ура! Светочка, нет, ты серьезно, это... Держи. Да. Прямо по твоей кнопочке. Да, вот такие. Да, приехала. Да. Ну, а мы тебя хотим оставить с нашим микрофоном, со съемочной группой, чтобы ты задала свой интересный оригинальный вопрос. Ну, как Светлана Боровская, такой оригинальный, но чтобы человек ответил. С изюминкой. Готова? Готова. Давай. Ну, давай, Саша, вперед. А, дорогие друзья, за нашей спиной находится Светлана Агарвал, которая задает свой вопрос звезде, который появится в нашей программе совсем скоро. Что это будет за звезда и что за вопрос, мы узнаем совсем скоро, через неделю.